Всем привет! Ну вот съездили мы за кормом и взяли вот такую вот смесь, которая состоит из ячменя, кукурузы и пшеницы. У нас есть своя дробилка, но покупать все в отдельности и снова дробить это не стало. И еще взяла вот такую вот витаминную добавку, которая добавляется в 60 килограмм корма. Вот. Она предназначена для всех видов птиц. Ну, только что павлины сюда не входят. А так и для гусей, и для индюшат. Пушечка, Пуша, это не тебе, Пуша. Вот. И сейчас мы добавим в эту тройнушечку, смочим водой и накормим своих красавиц. А то после осенней линьки они немножечко яйца сбавили, поэтому немножечко надо их подкормить витаминчиками. Здесь витаминов очень много, всяких минеральных добавок, и железо, и марганец, и селен. Все, что курочка не может сама себе найти, мы ей попробуем дать. Вот это не реклама, это то, что я пользуюсь. Вот. Никакой рекламы. Вот. В общем, вот такая вот. Ну, сказали, очень эффективная. И сейчас мы проверим. Так. Именно это количество возьмем. Вот так вот, почти 2 ложечки. Все это пока перемешаем в сухом виде. Вот. И разбавим водичкой. Ну, как обычно, мешанка. Вот. Своих курочек мы уже в этот сезон проглистовали, пока они у нас линяли. И сейчас всем дадим и гуси, чтобы поели, и чтобы индюки поели. Петюш, ты первый хочешь попробовать, да? Да. Этого петушка у нас стади гоняют, это молодой петушок. Он идет на мясо в ближайшее время. Поэтому, когда он кричит истошно, вот, не очень приятно. Поэтому мы его здесь вот закрыли. Вот. Пойдемте, всех накормим. Все голодные с утра. Ну, пойдемте здесь начнем. Пока. Вкусно, вкусно. Давайте. Ну и этот премикс еще можно давать и перепелочкам. Поэтому мы немножечко вот навели. И пойдем сейчас нашим перепелочкам дадим вот такую витаминную смесь. Да, мой зайка? А? Ты пришел? Да. Вчера, скажи, хозяйка ездила и не занесла меня домой. А мне пришлось в курином гнезде ночевать. Даже? И вот я пришел покушать, а то там мне не дают. Да? Мой зайчик, пить захотел. Пить захотел. Ну не ходи далеко. Зачем уходил?
Я когда тебя по темноте бы искала бы? Ты уже в сарае был. Молодец, нашел место. Может, и яйца даже охранял. Сейчас пойдем посмотрим. Потому что вчера часть яиц собрали. И уехали по делам. Заодно и за кормом. Поэтому, может быть, там что-то у нас еще и осталось. Ну, идем к перепелкам. Гусиков выпустили. Кушают. Курочки тоже кушают. Вроде бы нравится. То они же на пшеничке были. Ну, кто... Кому не понравится, вечером пшенички дадим. Так что никого не обидим. Да, моя красота, какие у тебя сапоги? Да? Тухли, перьевые, даже моя девка. Так, тут едят. Молодцы. Так, а здесь у нас еще закрыто. Да, мои вы лапоньки. Да, мои вы солнышки. Да, да. Все съели. То ли вы съели, то ли куры у вас съели, да? Давай. Ну-ка попробуйте. Как, нормально будет после вашего специализированного корма? Ты мои зайки. Не надо так прям сильно. Давай, давай, давайте, мои зайки. Едим. Вкусненький, с витаминами. Ну, а здесь у нас два яичка даже есть. Молодцы мои девочки. И мальчики тоже. Ой, 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 радости-то сколько. Сколько счастья. Прыгаем, прыгаем. Водичка есть. Давайте кушать. Это у нас Техас. И Танюшкин гигант. Крупные перепелочки. Хорошие. Мне нравится эта порода. На следующую весну вот таких вот надо. И несутся, и мяско есть. Да? Ой, мои зайчики. Вот так вот. Давайте кушать. Эти перепелочки несушки, японцы и манжуры. Но они хорошо несутся. Но мяса на них, можно сказать, что нету. А для яйца вообще чудесные породы. Тоже, как несушки, они мне понравились. И вообще и неприхотливые. Когда я решила, купила вот эти клетки и решила попробовать завести перепелочек в нашем хозяйстве, ну, было немножко страшновато, потому что птичка мелкая, незнакомая. Вот. Но у нас тут есть группы перепеловодов. Ну, молодцы, помогли, рассказали, подсказали, направили. Так что я считаю, что птичка неприхотливая. Много уходу за собой не требует. Особенно, когда есть вот такие вот клетки. Единственное, что поддоны почистить, водичку вовремя налить и покушать дать. А, и, ну и самое главное, яйца собрать. Ну так что... Ой, что-то гребутся тут, гребутся. Давайте, давайте. Полные кормушечки на это насыпала. Вот так вот. Ну, пойдем посмотрим. Да ты мой зайка, ты чё? Так. Ну да. Петюха ночевал здесь. Немножечко оставил за собой. Вот и яичко есть у нас здесь. Да? Вчера кто-то снесся, видно, заберем. Так. Ну, а здесь пока никого
Ничего нет. Так. Что, мой зайчик? Что? Что, моя зая? И все. Ага. Вот, пожалуйста. Так тебе же неудобно стоять. Одной лапой в эту клетку упирается. Тебе стыдно стало? А? Стыдно стало? Коза такая. Я же вам то же самое надавала там. Идите, ешьте. Ой. Яйца-то не забрали. Заберем яйца. Так. Давайте, ешьте, ешьте. Ну и посмотрим, как эта минерально-витаминная добавка на яйценоскость у нас подействует. Покормим дня 2-3 таким кормом. Да, собирайте, собирайте. В нашем хозяйстве ничего не пропадет. Да, ничего не выкидываем. Ты опять туда хочешь, да? Ну, коза. Стрекоза. Иди лучше яичко снеси нам. Скажи позже. Тебе каждый день, да? И каждый час нестись надо. Молодец, моя девочка хорошая. Ну, курочка. Ухилюй. Затылок весь подранный. Я же говорю, она любвеобильная девка. Что? Что? Давайте я вас тут побалую. Давайте. Хотите? Давайте я вам вот так сделаю. Будете? Знаете, чтоб не бегать вам далеко. А? Мои зайчики. Ветер у нас усиливается, по прогноз погоды обещает нам на ночь опять дождь и завтра дождливый день. Ну, посмотрим, обманули или не угадали. Что будет, то будет. Все-таки уже 18 ноября и осень балует нас теплом, хорошей погодой. Пришли, кушай. Ешьте, ешьте. Ешьте, мои зайки. Вчера пришел хороший комментарий на вчерашнее видео. Получается, как нам распознать, гусочка или гусачок. Вот. По роговице на клюве и лобик должен выступать. У гусочка. Ну, смотрите, выступает. Вот. Ну, он тот красавчик. Зайчик. Да. Кушайте, кушайте. Все, не буду отвлекать вас. Не буду. Все, мои зайцы. Че, Петюша? Ой, эти позички. Ты как умеешь позировать у нас, да? Ну, красавчик, красавчик. Такая золотая грива у него. Это тоже поместный араукан. Вот такой вот он, крупный. Идите, сейчас водички принесу. Сейчас, сейчас. Ну, разгребли немножечко. Ну, а куда деваться? Не без этого, подберут потом. Что, моя зая? Мамочка пришла этих гусят, которая вывела их. Ну, так их не бросает их. Встречает их, водит. А вот этот гусачок, вот этот вот, он их ночью охранял. Помните, есть видео «Ночной сарай»? Вот он там их охранял. Я думала, что это Степа, а это нет, это не Степа, это молодой январский гусачок. Такой красавчик вырос. Вот. Тоже ходит с молодыми гусачками. Охраняет их. Зачем? Зачем ты так? Ты же сам приучил, чтобы за тобой ходили.
А теперь тебе не нравится. Почему? Ты моя красавишна. С такой прической. Хиппи. Кушай, кушай, моя. Вкусная кашка. Вкусно? Молодец. Да. Кушайте, кушайте. Еще дам. Если надо, еще дам. А после такого корма пить хочется. Пьют. Да моя ж ты лапа. Ты моя солнце. Ты прямо таки заглядывает. Моя бусечка. Моя красотунечка. Нет, это не Буся. Буся где-то... Ага. Буся прорвалась к мешкам, к зернам и лопает их. Ты моя красавишна. Да, ты моя красавишна. Да. Не трогаю я ее. Не трогаю. Мои лапы. Это какашечка. Старая гусочка. Пошла. Спокойствие во дворе, все наелись, сейчас попьют. И кто куда? На солнце, кто на солнышко, кто от кого-то спрятаться. Ну, вот такое у нас утро. Чудесное утро на хозяйстве. Всем пока. Подпишитесь. Оставьте комментарий. Буду очень рада.